Всем привет, ребят! Очередная прокачка. Просили Тассу с порочным пактом. Сегодня мы ее прокачаем, потестируем, посмотрим. Талантик на атаку. Это такой же герой практически, как и череп, только у черепа увеличение урона немножко больше. У нее, как видите, скорость растет, скорость атаки. Также дополнительно появляется кулак, который наносит дополнительный урон. Но ограничение урона немножко больше. Давайте и прокачаем сразу десяточку. Чего тянуть? Вот так вот на десятке. Ограничение урона до 2000. 10 секунд. Увеличение скорости атаки 275%. Кулдаун 12 секунд. Также кулак, который наносит 270% от атаки врагам, которые вокруг. Также он не срабатывает на стены. Так, ну, рунами ставим, как обычно, ремочку. Вот такая вот у нас сборочка. Сейчас мы поставим сюда ангелочка, чтобы был немножко подхил. Или даже не ангела, поставим просто вот так вот, чтобы не было стана. И я вам покажу уже героя в действии, как он работает. Вот так он работает. Вот это герой. Самое главное, что хотя бы выпустили. Так, ну вот, сработал опять герой Некрос. А, там, фиг его знает, что там было. Не видел. Идем в другое место, идем сюда потестим. Тут хоть не так быстро убьют. Так, еще и Махатма прибежала, как назло. В общем, такая вот сборка. Вот так вот герой бьет. Так вот убивается он. В общем, все по высшему разряду. Вот и весь, ребят, обзор на героя. Так, ладно, пошутили, хватит. Ставим ангела. Делаем по талантикам, сразу рассказываю, еще пока ничего не делаем. Бастион более-менее оптимальный вариант, можно поставить утекание, мы поставили порочный пакт, можно поставить очень много разных талантов, как и черепу, в принципе, все заходит, если у вас есть ремка рунами, чтобы она сразу включилась. Герой, как и череп, не, точнее, в отличие от черепа, не имеет 8 живы, поэтому вариантов тут не особо много. Поехали теперь делать то, что мы должны делать, эволюцию. Так, эволюция есть. Поехали делать аугментацию. Книжечки по чуть-чуть уходят. Надо будет опять подкопить. Скоро не сможем прокачивать героев. Так, есть, аугментация сделана, отлично. Что по чарам? По чарам очень много разных вариантов, но лучше всего, как обычно, это либо доспех, либо победный выпад. Очень часто этого героя в свое время использовали на архидемоне с отражением, но в последнее время этого демона у нас нет, поэтому лучше всего доспех, будет дольше жить. Самый такой более-менее оптимальный вариант. По чарам, по созвездиям, уклонение, жизнь, смысла особо нету, она и так будет неживучая. Если хотите, чтобы дольше выживало это уклонение, либо же собирать ее чисто на домах, что мы сейчас и сделаем. Мы сейчас и наролим дофига крита. Мы ее пока на 12 качать не будем. Я отдельно уже все локации буду качать, когда подкачиваю героев. Сейчас мы соберем крит урон, чтобы посмотреть на нее в PvP локациях. Ну и не только. Ну, как видите, что-то... Крит, приди. Жесть. Ну ладно. Уклонение, так уклонение. Я, в принципе, не против. Просто жесть какая-то.
Уклонение просто как, не знаю. Как у нас падает крит-резист. Ну, дают так дают. Что, отказываться, что ли? Нам же лучше потом будет. Сделаем быстрее из нее имбу. Герой, скажем так, очень интересный, но не особо востребованный. Так, есть. Ну, давайте что-то тут попробуем интересно еще вытащить. Ну, чары это самое печальное, поэтому отлично на троечку перекинули. Я пока их даже не трогаю. Так, есть. Это у нас есть. Оживо. Качаем. Самое интересное будет посмотреть на ее урон подземка. Думаю, этого многие и хотят. Так, жабы у нас, сволочи, не вылазят. Так. Где наш миносик? Жесть, как долго этот минотавр бежал кого-то ударить. Просто ужас. Да блин, дайте расту без юнитов, пожалуйста. Мы записываем обзор. Спасибо. Герой неплохо заходит в PvP-локациях, в забытой, например, в лабиринте тоже неплохо смотрится. Но опять же, его очень быстро убивают, снимают там разные бафы и прочее. Поэтому жизни не так уж и много. Поэтому перед тем, как вливать в этого героя ресурсы, подумайте, где вы все-таки будете его использовать. Да, он кайфово по дамагу, но разноплановости в плане применения, как у некоторых героев, к сожалению, нет. Но за неимением ничего. Так, отлично, делаю вторую эволюцию сразу же. Так, где ты? Вот ты. Ой, что это я сделал? Потратил книги. Нет мне прощения. Все равно сейчас книги все вернутся обратно. Так. Ой, это что это? Что-то я поспешил. Кстати, очень интересно, кто же все-таки кого убьет, череп или таза черепа. Конечно, надо будет потестировать одинаковые сборки без питомцев и прочего. Ну, у черепа преимущество. Так, герои, апдейт. Да, книг мне, конечно, надо еще немало. Судя по всему, по 1003-4 надо.
Но почему Минотавр сотку не выбивает? Вроде казалось бы собран топовый на урон. Нифига. Какой-то нуба. Минус. Итак, прошло полчаса. Они качали эволюцию. Так, отлично. Еще пару таких заходиков, и мы станем миллионерами. Так, окей, поехали, ставим героя. И смотрим, что у нас есть. Прибережем эти книжечки. Так, 200-й, максималка. 9800 атаки, столько же мы набрали рунами, 238 тысяч жизни, ну, в принципе, средненько, ни мало и ни много. 159 рунами, просвет сотый, вот такая вот сборка, по снаряге у нас уклонение, ну, сборная солянка, поехали посмотреть, как она в рейде умирает в очередной раз, даже на второй эволюции. Так она не... Включилась. Да, включилась. Вот она по 2000 получает. Но, как видите, с ангелом ее просто тупо станет. Вот, вот, наконец-то она включилась и показала себя во всей красе. Видели, да, как? Просто тупо поимела. Так, смотрим. Вот так вот она хранителя просто... ушатала. Красиво, красиво, красиво. А вот Фрея. Было бы круто, если бы она еще Фрею так убила, как и всех остальных. Так. Ну, в рейде вы поняли, что против Фреи приема нет. Поехали экспедицию. Сразу же тест сделаем. Тест на беременность. Так. Где ты, подружка? Вот ты. Ну, самое основное, все хотят увидеть, что же будет все-таки в подземках. Вот, смотрите. По урону, если стана нет, конечно, она круто смотрится. Она просто шатала их всех. Даже черепа практически шатала, но... Череп, как видите, мне кажется, не такой. Череп сейчас двух тычек может ее вынести. Но у нее по скорости атаки, как видите, она сейчас черепа может просто поймить. Вот так вот это и случилось. Скорость атаки, как видите, 275, но можно еще 12 скилл прокачать, там урон увеличится и все остальное. И будет мега имба. По урону тут вопросов вообще никаких нет. Как и череп, просто топово. Единственное, опять же, нету оживы. Станется, убивается тоже очень быстро. Но Бигфут и там и всякие хранители просто пофиг. Главное, чтобы она включилась. И вот так вот. Она всех их просто раздает. Ну, это первые эволюции. Что тут неудивительно. Вот, сейчас мы тут посмотрим.
что в доме батя. Давай мочи их всех. Ну, почти. Ну, почти. В общем, вот так вот. Ну, дамаг, как видите, офигенный. Так, что у нас дальше? Забытая. У меня есть одна карточка. Мы сейчас ее, думаю, используем правильно. Накажем. Ой, а у меня, оказывается, дед есть. Вот я, ну, называется, на битве гильдий. Поморозился использовать деда. Так. Мерджи какой-то, РНД, непонятно кто. Капитан Дрейк. Так, ну давай, все, 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 я понял, ребята, дайте ей ударить. Душек, иди в одно место. Ну, это, короче, их смотритель наказал. Нифига себе, это было обидно. Чтобы Харпия просто слила, это было реально очень обидно. Так, а вот тут вот война Махатму. Чья же мохнатка круче? Ну так нечестно. Вообще нечестно. Короче, вырежем этот эпизод. Надо не забудь это сделать. Так. Поехали в самое интересное, я считаю. Это подземки. Ну тут у нас сейчас будет куча стана. Ну, попробуем, посмотрим. Да уж. Печально все. Нужна помощь друга. Ну давай, развали их там всех. Вот посмотрите, урон в районе там 500 тысяч, миллион выскакивает. Но урона очень много. Единственное, что опять же, то же самое. Стан и убили. Спал щит. Так, поехали еще на арену. Создать команду, убрать. Герой, я же говорю, не сильно востребованный, но очень интересный. Если у вас есть ресурсы, качайте. Возможно, еще где-то пригодится. Поехали какую-то аббревиатуру наказывать. Так, отлично. И залп. Огонь просто. Я, конечно, хочу кого-то по центру словить. Коньяк, иди сюда. Иди сюда, дорогой. Сейчас я тебя буду чмокать. Ну вот так вот, центр просто на изи отфармила. Так, а теперь смотрим, кто кого. Ну, у него Афина, так нечестно. Так нечестно, и Дед Мороз. Давайте сделаем фри. Жарон. Поехали, последняя попыточка наша. Ну, в общем, вы сами все увидели. Ничего себе, еще тень убивается. Что-то нереальное просто. Ну, тень убивается, победный выпад. Ну, урон, как видите, неплохой. Скорость атаки тоже офигенная. Единственное, танчить ей, конечно, противопоказано. Ну, давайте еще на кого-то нападем. Давайте вот. Энгуен Кхо 1904. Не знаю, что это такое. Но вот так вот. Мы сказали им всем до свидания. Порочный пакт, ребят, это порочный пакт. Тут вопросов по урону никаких нет. Что это было? Ты чё тормозишь? Ты чё меня позоришь? Все. В общем, такая вот сборочка. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики, пишите, что вы хотите дальше увидеть. Всем удачи, всем пока.